Кстати, видите, какой бивень у меня? Это все из-за того, что камера ближе такой выбран, называется ракурс. И поэтому бивнерез, будто я тут накачался. Ну да ладно. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Сегодня мы поработаем с письмами. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Малахов. У меня очень сложная ситуация. Диагноз ревматоидный полиартрит плюс непонятные болезни соединительной ткани, которую врачи не могли определить. Ну, ревматоидный полиартрит начинается, и, естественно, соединительная ткань, потому что болеет соединительная ткань организма. Это уже, так сказать, вся соединительная ткань где-то болеет. А больше всего где-то будет отражаться в виде боли на суставах. Ну ладно, читаем дальше. Значит, не могли определить. Уже 7-й месяц болею. Как правило, у любой болезни есть что? Есть свои причины. Боли адские. Суставные боли действительно очень-очень сильно болят. Вначале сама не могла ходить. Сейчас благодаря диете еле встаю с места. Смотрите, а вот этот ревматоидный полиартрит, если бы человек был бы, так сказать, рядом, показал бы свой язык, если он белый, это просто-напросто что? Правильно, это молочница, которая поражает что? Естественно, соединительную ткань и особенно любит суставы. Итак, вначале кто-то пожирал мои кости, суставы. Боль была просто невыносимая. Сейчас будто лезвием или ножом кто-то проходит. Ну вот так в основном действует ребок. Если вы пришлете мне фотографию своего языка и расскажете, а не было ли у вас ранее грибковых заболеваний, там на руках, на стопах ног, там еще там, допустим, там по-женски, да, я так понимаю, это женщина пишет. Вот, на то можно сказать так более определенно. То есть, когда вот это вот непонятно, не знаю, с чего вообще и начинать. Ну, человек начал начала я уринотерапию по вашим рекомендациям. Не знаю, по-моему, я и не рекомендовал уринотерапию. Так, 3 раза в день и 1 раз вечером. Сегодня 4-й день, Первый день все болело до ужаса. А вот смотрите, когда человек начинает что-то использовать и вот наблюдается какая-то ответная реакция, то есть, ну, грубо говоря, вот боли были одни, что-то начал делать, они сразу стали другими. Надо задуматься. Это говорит о том, что либо вот то, что вы делаете, сразу же начало работать на уничтожение этого патогенного болезнетворного начала, либо же наоборот, может еще сверху добавлять. Все это надо определять. Так, болело до ужаса. Утром после приема сразу ложусь спать, и у меня ужасно красное лицо. Температура. То есть организм начинает бороться. Когда поднимается температура, это вот уже организм поднимает свои защитные силы для того, чтобы сражаться с этим болезнетворным началом. Вот что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, будет грибок. Естественно, от температуры краснеет лицо. Самое худшее. Сначала мне очень холодно, потом укрываюсь, и все тело горит. Так уже 4-й день. Сейчас руки, ноги, все опухло и боли. То есть пошло обострение. Обострение, опять-таки, надо вот понимать. Либо это связано с тем, что это начинает уходить, либо с тем, что это просто добавляет. Мне что делать? Продолжать терпеть боль или остановиться? Клизмы вообще не действуют, потому что кроме кала никто оттуда не выходит. Что я посоветовал? Я сказал, вы голодаете? Вот поголодайте, это может быстро и радикально помочь. С уважением, я. А почему я порекомендовал голодание? Потому что когда, вот смотрите, когда в организме имеются боли, воспаления непонятные, на голодании, как правило, но это не обязательно, есть исключение из правил, как правило, поднимается защитная сила организма, боли, как правило, исчезают, температура исчезает,
То есть организм переходит совершенно на иной уровень своей собственной защиты, и вот это вот очень хорошо работает. Работает. Особенно, когда вот лечили чем-то непонятным, не ясно что, и т.т.т.т. И в итоге лечили, и ничего не долечили. Ну, я еще разок говорю. Очень важна самодиагностика. Тут так вот, знаете, вываливают, вот мне плохо, суставы болят, и ясно, понятно. Со всем этим можно, вот смотрите, можно разобраться. Я бы не сказал, что это сложно. Это просто несколько кропотливо и требует определенных знаний. Совсем. И все это устранить. Не было же до этого. Не было. А потом возникло. А что этому предшествовало? Задавайте вот этот вопрос прежде всего самому себе. Что возникло? И дальше, допустим, обращайтесь к моим книгам. Повышайте самообразование. И начинайте действовать после того, как узнали. Итак. Я это сказал, пишет, огромное вам спасибо. Спасибо, что ответили. Только вот. И дальше, смотрите, начинается. Только можно спросить, голодать сколько часов и потом сколько миллилитров мочи выливать. Можете, пожалуйста, подробнее, потому что мне ничего не помогает. И настроение падает, и сколько дней мне голодать, клизму сколько. Раз, и еще раз огромная благодарность вам. Одно дело, я уже об этом говорил, если бы я просто-напросто, знаете, вот ждал вот таких вот писем и сказал бы, Игорь, знаете, а это вам обойдется, ну, к примеру, в $1000. Я не буду говорить, что там 10 тысяч долларей. Хотя, я думаю, человек готов и это отдать за то, чтобы исцелиться, понять, как это делается. Не будем сейчас о деньгах. Вот если б я это утаивал для того, что я сказал, но я все выложил в свободный доступ. Для того, чтобы вы читали, а я не повторял. Чтоб я бла-бла-бла-бла-бла не был повторухой-мухой. Почитайте. Все там разжевано, что, что и как там делать. Чтоб вы были в курсе. А когда человек не в курсе, он вот такие вот вопросы задает. Поэтому, раз человек не в теме и задает такие вопросы, я бы на его месте вообще ничего не делал. Прежде чем не узнал бы, как действует голод, как действует клизма, что это там за такое заболевание. А то сказали ревматоидный этот. Я знаю, что ревматоидный. Вроде одно дело ревматоидный, а другое дело, если это имеется молочница, которая аналогично действует. И тогда бы начал действовать. Я ему ответил, а вот насчет голода и прочего надо почитать и настраиваться на серьезную работу над собой. Вот тогда будет полный успех. А в противном случае, отряд не заметил потери бойца и поскакал себе дальше. Вот и все. Я надеюсь, вы меня поняли. Я согласен помочь человеку. Вот он написал, рассказал. Вот, пожалуйста, есть материал и действуйте. То есть, знаете, как современная медицина, есть протокол лечения. Так вот, есть протокол самооздоровления. Еще раз повторю вам. Первое. Вот вы были здоровы, и у вас, вспоминайте, что у вас случилось за полгода, за год до заболевания. Вот вы, грубо говоря, заболели, опа, полгода читали и смотрите, что тут с вами произошло. Были ли грибки, язык сейчас белый или не белый, ну что с вами случилось. И уже если вы здесь начнете работать, вот это все отпадет само собой. Если вы здесь не работаете, а вот так вот, знаете, а что делать? Ну вот я посоветовал голодание. Человек не знает, что такое голодание, что такое это. Самое легко, знаете, это пить там и думать, что все там пройдет само собой. Узнать, как это работает. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.